полдня без работы и как бы выручек, и товар не продавался, очень плохо. Товар пострадал? Да. Особенно, которые тающие. Морозилки начали течь. Взрывалось 5 часов примерно, забралась кошка в подстанцию и произошло короткое замыкание. Там 4 подстанции, она на одной из них забралась, так как они питаются по одной линии, отключила защита все 4 подстанции. Тем самым вывела оборудование на ремонт, устранение неполадок, ушло столько времени, 5 часов. Шаг домов.